генеральный директор компании «Автомир» в Казахстане господин Саблин и управляющий директор «Инфинити» Восточной Европе госпожа Филиппова на пресс-конференции в Алматы официально объявили об открытии в Казахстане первого дилерского центра «Инфинити». Учитывая, что компания Infiniti выпускает не просто автомобили, автомобили премиум-сегмента, несложно догадаться, почему первый дилерский центр Infiniti открылся именно в Алматы, в культурной и финансовой столице Казахстана. Впрочем, официально открытие центра состоится только весной, так как необходимо дилерский центр привести к полному соответствию стандарту, разработанному в США для американских покупателей. Ну а с выходом Infiniti на новые автомобильные рынки, американский стандарт сервиса стал основополагающим для всех дилеров Infiniti. Однако, учитывая, что многие казахстанцы уже имеют автомобили Infiniti, представители Infiniti в Казахстане решили до официального открытия дилерского центра предоставить владельцам автомобилей Infiniti сервисные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей. Кроме того, наши покупатели имеют возможность уже сегодня приобрести либо заказать новые модели автомобилей компании Infiniti. В частности, учитывая любовь казахстанцев к автомобилям класса кроссовер, модельный ряд Infiniti представлен люксовыми кроссоверами QX50, QX70 и QX80. Любопытно, но многие казахстанцы почему-то считают, что Infiniti является прямым конкурентом Lexus. Но это не совсем так, а точнее сказать, совсем не так. Дело в том, что Lexus делает основной акцент только на комфорте, а ездовые характеристики и внешний дизайн в автомобиле компании Lexus отходят на второй план. А вот в автомобилях Infiniti инженеры и дизайнеры стараются уделить особое внимание и высокому уровню комфорта, и красивому внешнему дизайну, и отменным ездовым характеристикам. К примеру, даже компактный кроссовер QX50 с мотором мощностью 333 лошадиной силы до 100 км в час разгоняется как настоящая спорткупе за 6,4 секунды. Не менее впечатляющие характеристики демонстрируют и кроссовер QX70, и флагманская модель QX80. Впрочем, удивляться нечему. В основе каждой модели Infiniti лежит богатый опыт инженеров Infiniti в создании гоночных болидов Формулы-1.